Почему люди страдают в жизни? Люди страдают очень часто в своей жизни. Эти страдания связаны с тем, что человек очень эгоистичен. Он считает, что все, что он делает в жизни, или все его достижения, это исключительно его достижения, это исключительно достижения в честь него. Он считает, что это он смог сделать, что это благодаря ему это все. И это очень часто лживая и противоречивая система. Потому что на самом деле человеку все дается, потому что это создает для него Божий закон. В случае, если человек не верит в Бога, и у него нет эзотерического направления какого-либо, который может, или там религиозного направления, где отсутствует вера, то рано или поздно самолюбование, а также рано или поздно самомнение, самолюбование, эгоизм обязательно приведет его к страданиям. Что же убирает страдания? Такому человеку необходимо два элемента. Первый элемент называется вера. И второй элемент называется адвайта. Все в случае, если у человека появляется вера, и он находится в адвайте, то в дальнейшем он может быть счастливым человеком. О чем я сейчас говорю? Для того, чтобы понять мои слова, вам необходимо пройти первую ступень школы Кайлас в платной версии.